я в этом мире? Строительный мусор, бездумный поклонник моды или, может быть, власть имеющий? Участники этой выставки – художники, которые продолжают искать себя. Собственно, для таких почти 10 лет назад и придумали собрание. Это дает возможность художнику не обращать внимания на мнение других, понять, что он делает, зачем он делает и как ему развиваться, если ему это интересно. За разнообразие стилей, техник и жанров все выставки собрания, и эту в том числе, называют винегретом. Здесь на это не обижаются, напротив, считают комплиментом. Вот такие мы, разные, говорят художники. Юрий Гребенщиков – постоянный участник собрания. На прошлой выставке он предоставил серию работ, на которых изобразил атмосферу, царящую в общественном транспорте. На этот раз в поле зрения художника – магазины. Прежде всего, это образы людей. Какие-то ситуации. Как они воспринимаются глазами, допустим, зрителей. Покупателей, да, совершенно верно. То есть, или там какими-то моими глазами. Ну и, конечно же, куда без всяких различных забавных ситуаций и абсолютно забавных, но узнаваемых в то же время персонажей. Участие в подобных экспозициях для многих авторов не просто возможность показать себя. Это шанс здесь же организовать персональную выставку, если твое творчество будет особо отмечено комиссаром галереи. Хотя его вкусы не всегда совпадают со вкусами зрителей. Успевайте выбрать своих фаворитов. Девятое собрание работает до конца октября. Анастасия Болотина, Вадим Быстревский. День с толком.